Сбирная команда Азербайджан. Да, это действительно так. Хотя часто приезжают и к нас из других азиатских стран. Например, с Узбекистана были в прошлом году. Ну, наступного года у нас будет еще больше, я думаю. Это же чемпионат Европы у нас будут, но азиаты только в гости могут к нам приехать. А Кубок Дерюгіна? А Кубок Дерюгіна, да. Мені трохи сумно, бо зараз на Прилим вийде остання команда групових вправах. Ну, не скучай, є ж ще 4 види в індивідуальній програмі. Добре, тоді на Прилим Київського палацу спорту ми запрошуємо збірну команду Словенії.